покупала. Нет, на самом деле стул покупала просто, чтобы я могла наверх залезать. То есть, ну, для каких-то особых прям целей. И стул дешевый, поэтому, в принципе, мне его не жалко. Я только за его зубы опасаюсь. Он прям так грызается, вдруг сломает. Это же все-таки пластмасса. Ладно, шишки. Так он урчит. Он очень усердно это делает. Урчит при этом. Ну, ему по кайфу прям. Вот, видите, периодически останавливается, точит зубки. Вчера сделал дырку. Вообще просто. Причем, ну, как бы, за то, что он съест, можете не переживать. То есть, как бы, ему это есть неинтересно. Да, вообще, да. Ты в кадре, да. То есть, есть ему неинтересно. То есть, он все это, ну, как бы, выплевывает. Так же, как и все остальные какие-то грызлики. Посмотрите вообще, что он творил. Просто вообще, причем куски как бы такие, не маленькие. То есть видите, он все выплевывает, как бы ничего не глотает, все клюет. Просто сам процесс. Кстати, только заметила, дырка, видите дырку? Прогрыз. Это не я, если что, двигала, это он двигал. И сам испугался. Что, новую дырку будешь делать? Он очень просто весьма увлечен процессом. Просто, просто куски откусывают. Ур. Это трясучки просто мне нравятся. Не знаю, у него, видать, цель съесть этот стул. Посмотрите, что я сделала. Вот здесь, это я вам показывала. Где-то тут еще грыз. О, смотрите, еще одну дырку сделал. Бусинь, смотрите, сколько крошек. Боже, боже.